Как воплотить в жизнь инициативы молодежи? Какой должна быть модель села 2030 года, по мнению молодых специалистов? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены на третьем съезде молодежных общественных объединений. Молодежь объединяется, Якутия развивается. В программу съезда вошли секции «Молодые специалисты», «Деятельность молодежного общественного объединения», «Патриотическое воспитание молодого поколения» и другие. По итогам съезда будет подготовлена резолюция для наилучшего решения каждого вопроса. Наша молодежь сейчас очень активна, она меняется каждым разом. Да? Сейчас разные ребята, с общественных организаций, с ЛУСов, специалисты разные. Да? И по направлениям сейчас будем именно решать проблемы, которые сейчас стоят перед нами.